Казахстан представит мировой публике труды лучших отечественных поэтов и писателей. Произведения будут опубликованы в двухтомной антологии, переведенные на 6 языков ООН. Кроме того, в этом году в стране стартует вторая волна проекта «100 новых лиц». С итогами первого года реализации программной статьи главы государства Рухани Жангыру и с планами на будущее ознакомились представители творческой интеллигенции Алматы. В этом году мир ознакомится с богатой литературой Казахстана. Специально для этого будет презентована двухтомная антология. В каждую книгу войдут произведения 30 поэтов и писателей современного Казахстана. Представлены они будут на 6 языках ООН. А переводами займутся ведущие специалисты таких авторитетных учебных заведений, как Кембриджский университет, Институт русского языка Пушкина в России, Университет Конфуция в Китае и Институт Сервантеса в Испании. Для читателей будет издана антология в мини-формате. Ее можно будет приобрести в книжных магазинах и онлайн-площадках, таких как Amazon. Считаю, что книги будут интересны для иностранного рынка и авторами, и своей подачей. Работа над переводами уже началась. Заведующая отделом внутренней политики администрации президента Аида Балаева за круглым столом совместно с творческой интеллигенцией обсудила список литераторов, чьи труды войдут в сборник. Антология создан, собран один том поэзии и один том прозы, где представлены и классика казахстанская, и современная молодежь, и среднее поколение. Проделана большая работа, то есть, можно сказать, кош тронулся. Вот, мы собрали такие куржумы драгоценностей, которые хотим предложить на перевод на главные 6 языков ООН. Антологию бесплатно получат ведущие учебные заведения англоязычных стран, а для широкого читателя она будет представлена в интернете, в электронном и аудиовариантах. Таким образом, всему миру откроются произведения и имена казахстанских поэтов и писателей. Ернур Досжанов, Хабар 24.